В 2004 году я был официально принят в труппу театра и побежал искать, где же сцена, потому что меня там уже ждали. По дороге я увидел народного артиста России Вадима Васильевича Яковлева и спросил у него: «Простите, как попасть на сцену?» На что тот абсолютно серьезно сразу же мне ответил: «Ну, для начала нужно поступить в театральный институт».